Всім доброго ранку, доброго дня. Зараз вже день, час пролетів непомітно. Як ваші справи? Поставте, будь ласка, плюсики, хто мене добре чує та бачить. Супер. Як я думаю, багато хто з вас знає вже, мене звуть Анастасія Король. Я є представником отелі Армас. Прошлого разу я розказувала вам про наш отель Армас Лакшері Резорт. Ми провели дуже добрий, я так вважаю, вебінар. Я одразу хочу вибачитись за мою українську. Я дуже довгий час не розмовляла українською мовою. Дуже скучала. Тому сьогодні вирішила трохи поміняти наш формат. Якщо у когось виникли питання про Armas Luxury Resort, я прошу вас писати в нашому чаті. Так я буду бачити за чудово, Рома. Я також думаю, що у всіх добрий настрій, всі готові до відкриття. Вікторія, спробуйте перезапустити, тому що звук добре йде. Там є кнопочка перезапустити вебінар. Так, добре. Ми трохи почекаємо, поки ще до нас добавляться. Доброго дня, Світлана, добрий день. Якщо є переносення вилітів, то ви можете нам писати, ви можете писати ТУІ, ми з радістю принесемо тур без яких-либо змін у цінах. Тому пишіть нам, ми завжди стараємося піти на зустріч для наших добрих туристів та наших колег. Я вам напишу свої контакти, продублюю. Анастасія Король, мій контактний номер телефону, також моя пошта. У будь-який час можете писати, дзвонити. Як ви вже знаєте, ми цього року відкриваємо наш Armas Luxury Resort, наш люксовий отель, який розташований у Кемерії, посілок Гюйнук. Це чудовіший отель з дуже красивою територією, 140 тисяч квадратних метрів. І хочу вам трохи розповісти про новинки готелю. Про новинки, що ми будемо змінювати через коронавірус, пандемію і так далі. В прошлому році ми зробили реновацію головного корпусу, усього номерного фонду. І цього року прийшов час для змін основної території та наших віл. Ми зробили реновацію нашого головного ресторану. Також ми зробили криту терасу в головному ресторані. Я думаю, може хтось читав останні коменти про те, що бігають куриці та тому подібне. Ми обрали з готелю зоопарк. На території готеля не буде ніяких куріпаток, тільки залишаються наші павліни. Але павліни дикі, вони до людей не підходять, вони тільки скращують нашу обстановку, скращують наше поєднання з природою. Я думаю, всі можуть побачити з нашого слайду, яка чудова краса. З одної сторони гори Таурус, з другої сторони чудовіше море. Ми обновили, зробили реновацію наших снек-ресторанів по території готелю. Ми з цього року відкриваємо Снек 24. Якщо у вас є туристи, які дуже хочуть перекусити вночі, їм не потрібно
Не треба думати, куди бігти, вони вже будуть знати, що можна піти в Снек-24. Це снек-ресторан, який буде працювати по меню а-ля-карт, з нон-стоп, у любий час можна буде... Сколько лет стоял отель закрытый? Отель закрытый стоял около года. Біля року готель був закритий. Прошлого року, якщо я пам'ятаю правильно, у маї ми відкрили готель. Також всю зиму він стояв пустий, тому що ми робили реновацію. Доброго дня, Ярослава. Ні, цей Снек 24, він безкоштовний. Можна у будь-який час піти та безкоштовно перекусити. Також ми додали нову терасу в нашому лобі. Відкриту терасу. Тому можна буде насолоджуватися улюбленим напоєм з чудовим видом. Я вам покажу трохи пізніше наші декілька відео. Одразу вибачаюсь, відео аматорське. Наш генеральний менеджер вчора ходив по території, знімав відео, щоб я могла вам продемонструвати трохи готель, як він виглядає зараз на даний час і на якій стадії знаходиться підготовка. Також ми додали з цього року нашу нову віллу, Хавай-вілла. Я думаю, багато хто вас знає, наші вілли, що їм рівних немає у районі Кемеру, тому що, по-перше, їх розположення, вони знаходяться дуже близько до моря. І великий плюс вілл Гаваї, тому що вони знаходяться на першій береговій лінії. Можна одразу зраночку зробити собі чудову каву, вийти до себе на віллу, на терасу і насолоджуватись своєю ранковою кавою одразу на березі моря. Також у цій вілли є свій басейн. Я думаю, вже можна не виходити з вілли нікуди, тому що 24 години обслуговування номеру безкоштовно. У будь-який час можна заказати до номера все, що вони бажають по рум-сервіс-меню. Також для більшого комфорту наших гостів ми зробили батлер-сервіс. Буде помічник знаходитись зранку до вечора. Якщо гості бажають, він буде знаходитися біля них. Якщо гості не бажають, щоб помічник знаходився біля них, вони можуть у будь-який час позвонити, написати. Усі їх бажання будуть виконані. Grand Family Suite. Ми планували з цього року відкрити Grand Family Suite. Вони були б як анекс до головної будівлі. Але ми з цією пандемією вирішили трохи переграти. Номера Grand Family Suite будуть називатися цього року Junior Villa. Це невеличкі вілли. Вони знаходяться... Якщо побачите на картинці, я зараз покажу казкою, з правої сторони від головної будівлі. Це одноповерхові будівлі з двома спальними кімнатами та одною гостьовою кімнатою, гостиною. В них немає свого басейну, але є своя тераса. Також до цих вілл прикріплений наш релакс-басейн, до якого мають доступ тільки гості вілл. Ми з цього року вирішили зробити відкриття у два етапи. Я думаю, що багато хто знає, що з 19 червня ми відкриваємо наші вілли, 56 вілл. Це джуніор-вілли. Це Монте-Карло вілли, це Гавайї вілли та Балі вілли. Чотири типи вілл. Про вілли хочу сказати трохи детальніше. У вілл Гавайї та Балі є свій басейн.
Та у Монте-Карло у Джуніорвіл є своя тераса, і вони можуть використовувати релакс-басейн, який також буде відкритий. Що буде відкрите з 19 червня також? З 19 червня будуть відкриті всі басейни. І в мене для вас є дуже добра новина. Сьогодні наш міністр туризму зробив оголошення, якого ми дуже довго ждали. Хто був на прошлому моєму вебінарі, я казала, що міні-клуби ми не плануємо відкривати. Але міністр туризму сьогодні зробив оголошення, що міні-клуби можна буде відкривати, встановив правила гігієни, які потрібно буде блюсти. І також він дав добро на відкриття спа-центрів. Так що наші гості зможуть сповна насолоджуватися масажами, турецьким пілінгом, хамамами, все це буде відкрито. Що ще ми відкриваємо? На першому етапі з 19 червня для гостів наших віл буде відкритий вілла алякарт ресторан. Він буде працювати зранку до вечора по меню алякарт. Можна буде прийти в будь-який час, з 7 ранку до 12 вечора він буде відкритий на завтрак, обід та вечерю. Також буде відкритий аквапарк повністю за всіма горками. Також в аквапаркі у нас є дитячі горки. І я не встигла додати сюди слайд про наш міні-клуб, тому що оголошення було буквально декілька годин назад. І ми відкриваємо наш пляж. Зараз слайд грузиться. Буквально декілька хвилиночок зараз, на даний момент, ми закінчуємо останні підготовки. Я дуже хотіла провести вебінар з готелю, але на зараз, на даний момент, ми проводимо сертифікацію готелю. Це нове оголошення від міністра туризму. Всі готелі, які повинні бути відкриті цього року, вони повинні отримати сертифікат COVID. Що значить цей сертифікат? Цей сертифікат значить, що ваші туристи, які будуть прибувати, вони будуть знаходитися під контролем і вони будуть у повній безпеці. Що потрібно для отримання цього сертифікату? В першу чергу треба установити кімнати для карантину, карантинні кімнати. А вже ж ми зробили декілька кімнат, які будуть знаходитися на випадок, якщо будуть туристи, яких треба помістити на карантин. Також питання щодо масок, перчатки, цього не треба. Наші гості зможуть релаксувати, не надіваючи ніякі маски. Маски потрібні будуть тільки для проведення чек-іну. При заїзді до готелю гості будуть заповняти форму. В них спитають, з яких стран вони прилетіли, які страни вони посетили до приїзду в Турцію. Ніяких ограничень ми ставити не будемо. Це треба тільки для статистики. Для всецілої статистики, щоб ми могли побачити на всякий випадок для будь-яких случаїв, для будь-яких випадків. Також ми будемо перевіряти температуру. Як ви знаєте,
Поставьте плюсики, кто меня видит, слышит. Трансляция немножко зависла, поэтому мне пришлось обновить страничку. О, супер, замечательно. Гости будут чувствовать себя абсолютно спокойно, как это было до карантина, так и это будет после. Никаких ограничений, как я говорила, никаких возрастных ограничений в первую очередь мы не будем ставить. Так что есть гости, которые приезжают, например, бабушки с дедушками приезжают отдохнуть с внуками. Есть гости, которые приезжают отдыхать со всей большой семьей от мала до велика. Никаких ограничений по возрасту не будет. По пространству также не будет. Будут ограничения по пространству только в отеле. В чем это заключаться будет? Фитнес-центр. Вы видите сейчас все картинку нашего фитнес-центра. Посещение будет по записи. Также и в спа-центре посещение будет по записи. Это значит, что в спа-центре и фитнес-центре одновременно могут находиться определенное количество человек. Это не будет значить, что вы не сможете посетить спа-центр, не нужно переживать, что вам не хватит времени для записи. Мы расставили временные рамки таким образом, чтобы всем было удобно, чтобы всем было комфортно, поэтому все успеют. Давайте еще раз проверим. Поставьте плюсики, кто меня видит, кто меня слышит. Иногда из-за интернета будет подвисать, я сразу извиняюсь. Также на следующем этапе мы планируем уже открывать наше главное здание. На данный момент открытие главного здания назначено на 1 июля. Мы все очень ждем полетные программы, когда она будет установлена. Нам уже сегодня сообщили, что Министерство туризма Украины общалось с Министерством туризма Турции. И Украина желает запускать полетную программу, чартерную программу в Турцию с 1 числа, с 1 июля. Насколько я знаю, как нам сообщили, это только момент официальности остался, что Турция утвердила данный запрос, поэтому мы ждем официального оповещения, что полетная программа начнется. Как я вам обещала, я хочу вам показать несколько видео, которые мы снимали аматорским планом. Armas Luxury 1. Нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Начать», чтобы мы вместе... Да, как только будет с питанием. Давайте сейчас мы пройдемся по видео, и я отвечу на вопросы по питанию. Armas Luxury 1. Нажимаем на видео «Воспроизвод». Это, собственно, та терраса, о которой я вам и говорила. Так что не только гости вилл смогут наслаждаться замечательным видом. Что нам дает эта терраса? Все знают, что гости, которые проживают на виллах, у них есть привилегии, можно начать... Утро замечательной чашечки кофе сразу на берегу моря, либо же наслаждаться краевидом, не выходя никуда из номера. Поэтому мы решили также предоставить подобную возможность для гостей, которые будут проживать в главном здании. У них также будет возможность насладиться любимейшими напитками на террасе нашего лобби. Мы переходим к видео Armas Luxury 2. Я попрошу также нажать кнопочку Play.
Юленька, ну, конечно же, газон будет. Это подготовительный момент, о котором я говорила. Мы только посеяли травку, поэтому буквально в течение недели, максимум полторы, там вырастет густейший газон, на котором смогут бегать детки, резвиться малыши. Да, конечно. Как я обещала, я вам показываю наши подготовительные моменты, поскольку у нас сегодня не вебинар по презентации отеля, а у нас свободное обсуждение, где вы сможете задавать любые вопросы, которые вас интересуют. Это видео показывает вам подготовление. Вы видели там людей, которые выходят из виллы с пакетами. Сейчас на первом этапе, когда мы планируем открытие вилл на 19 июня, а мы подготавливаем сейчас полным ходом виллы, поэтому мы засадили полностью все газоны, чтобы травка была свежая как раз к приезду гостей. И также мы сейчас полным ходом делаем последние моменты обновления вилл и их полнейшую уборку. Сейчас я вам покажу одну из вилл, которые уже мы подготовили. Мы переходим к видео Armas Luxury 3. Попрошу вас нажать кнопочку Play. Это наша Бали вилла. И продолжение этого видео Armas Luxury 4. Также попрошу вас нажать кнопочку Play. В этом году мы обновили полностью все виллы. Вы видите, что номер находится в идеальном состоянии, полностью вся мебель, вся отделка, это все абсолютно новейшее. Armas Luxury 5. Тоже попрошу вас нажать кнопочку Play. Здесь также момент подготовки. Не обращайте внимания на газон, он также будет зелененьким через недельку. На этом небольшом видео вы могли увидеть все виллы по дизайну плюс-минус в одном стиле, за исключением Хавайи. Хавайи – это которые наши новые виллы. Они находятся на первом берегу, на первой береговой линии. Можно сразу с виллы выйти и оказаться на пляже. У них свой собственный бассейн, и они находятся в белом, и они отделаны в белом цвете. С заходом в море также сейчас вам покажу на презентации наш пляжик. Я думаю, фотография не прогрузилась. Ой, вот. Как вы видите здесь, заход в море галечно-песочный. Вы видите большое количество гальки, песок еще не привезли. Буквально на следующей неделе мы ожидаем новые КАМАЗы с песком, и мы засыпем песочек, подготовим пляж обязательно к новому сезону. Заход в море галечный, кто знает Кемер, то все знают, что галечно-песочный вход – это особенность Кемера.
но и она помогает нам еще в одной большой особенности. Это является самым большим плюсом Кемера и в особенности поселка Гюенюк. Это кристально чистое море. Приходится выбирать одно из двух. Либо песок, либо кристально чистое море. Все знают, кто бывал в Сиде, где Алания, песочный вход в пляж, в море. С утра море чистое, кристальное, после дня оно мутнится. В Кемере такого нет, поскольку там галечка, и она не мутнится. Но пляж для большего комфорта для наших гостей мы засыпем полностью песком в течение сезона. Мы также будем обновлять песок. И помимо этого мы нашли небольшой выход из ситуации. Мы также сделаем песочные подушки. Каким образом это будет выглядеть? Это будут небольшие мешочки, мягкие мешочки с песком, по которым можно будет зайти в море. И либо же можно осуществлять заход с пирса. Мы вернемся дальше к нашему видео. Тут осталось наше последнее видео Armas Luxury. Хочу еще раз вам рассказать, напомнить, в принципе, в целом, по нашим виллам, что у нас их 4 штуки. Почему такой упор на виллы? Я, наверное, сегодня это слово говорила много. В принципе, так складывается ситуация, что данный вирус, данная пандемия нас склоняет к тому, чтобы мы были на дистанции. Это склоняет нас к определенной изоляции. Виллы нам дают нашу собственную зону комфорта. Я думаю, что много кто согласится с нами. Приехать в отель и переживать, что там от кого-то можно что-то, чем-то заболеть, подхватить вирус. В принципе, мы эту возможность сразу же исключаем, потому что по приезду в Анталию, каким образом все будет происходить? Я думаю, все думают, задумываются о том, как будет происходить этот период в этом году. Все начнется с того, что вы или ваши туристы... про харчевание это напои. Спасибо, Людмила, что напомнили. По питаниям и напиткам. На первом этапе у нас будет открыт только ресторан для вилл. Этот этап будет длиться с 19 июня по 1 июля. Будет открыт ресторан для вилл, где будет проходить завтрак, обед и ужин. Также у определенных вилл идет включен рум-сервис, обслуживание бесплатно, поэтому гости смогут заказать себе еду на виллу в любое время суток. По напиткам будет работать бар. Один из баров расположен у нас возле релакс-бассейна. И один из баров расположен ближе к пляжу. Также там будет расположен наш снэк-ресторан, где в дневное время можно будет перекусить фастфудом. Не нужно будет бежать в ресторан, чтобы покушать. И момент такой, что с 19 числа по 1 будет обслуживание только а-ля карт. То бишь гости, приходя в ресторан, смогут выбрать себе по меню. Наши повара с любовью приготовят вкуснейшие блюда, и гарсоны подадут их на стол наших дорогих гостей. Чистота в ресторане, сервис. В этом году таких проблем однозначно не будет, потому что мы выводим отель на новый сегмент, на сегмент лакшери. Будет огромнейшее разнообразие напитков, огромнейшее разнообразие питания. Весь сегмент, ну, чтобы вы имели какое-то представление по напиткам, весь сегмент хорошего люксового алкоголя, который мы все привыкли видеть в отелях, в люксовых отелях Белека, но такого люкса, к сожалению, не достает в Кемере, это все разнообразие будет у нас в Armas Luxury. Так что по поводу питания и напитков не переживайте. Как только мы откроем наш главный ресторан, в главном ресторане помимо завтрака и обеда у нас каждый вечер будут разнообразные тематические вечера. Это шикарный вечер итальянской кухни, огромное разнообразие морепродуктов на средиземноморских вечерах.
со всем ассортиментом видов рыбы, креветок, кальмаров и тому подобное. Также будут функционировать у нас 4 ресторана «Аля-карт». Это ресторан итальянской кухни, турецкий, рыбный и ресторан азиатской кухни. Рестораны будут работать за дополнительную оплату, но такой плюс гостям, которые делают резервацию от 7 ночей, они могут выбрать любой из «Аля-карт» ресторанов на выбор и посетить его абсолютно бесплатно. Это один из плюсов. По поводу наших вилочек. Вилочек у нас 4 вида. Хочу немножко напомнить. Junior виллы – это бывшие Grand Family Suite. У них 2 спальные комнаты и 1 гостиная комната, выход в сад. Наши Монте-Карло вилочки – там 3 спальные комнаты, гостиная и кухня, также с выходом в сад. У этих вилл нет своего собственного бассейна, но они все выходят к релакс-бассейну, который будет также работать. Помимо этого, у нас есть еще Бали-виллы, у которых свой собственный бассейн, вилла 220 квадратных метров, 3 спальные комнаты, гостиная и кухонька. И Хавайи-виллы, также 3 спальные комнаты, гостиная, кухня, плюс у них идет обслуживание рум-сервис 24 часа нон-стоп, обслуживание батлера-сервиса. И у всех вилл, кроме Junior-виллы, будет также свой собственный павильон на пляже. Гостям не нужно будет располагаться на шезлонгах, бежать куда-то, занимать шезлонги. У них будет за ними зарезервирован их павильончик, где они смогут наслаждаться всей роскошью от отдыха люкс. Также хочу напомнить о большом плюсе при резервации. Минимальная резервация виллы у нас идет на 2 суток, но гостям, которые делают резервацию от 5 ночей, мы дарим барбекю на своей собственной вилле. В любой день, который гости выберут, они смогут насладиться всем ассортиментом шашлыков, шиш-кебабов, жареного мяса на гриле, которые им подготовит наш шеф-повар на их собственной террасе. Так, по поводу анимации также, в связи с тем, что Змены Всевластник. Этот отель раньше принадлежал другому владельцу. Мы в прошлом году, в мае месяце, вернее, мы выкупили отель немножко раньше, но с мая месяца этот отель работал под названием Walk Avantgarde, но владелец был уже новый. И с этого года, чтобы убрать всю, как сказать правильно, старую, в кавычках, славу, которую нам оставил Walk Avantgarde, мы поменяли полностью название отеля, мы провели ребрендинг, мы провели реновации, поменяли полностью всю команду. С этого года у нас будет абсолютно новая команда, поэтому мы выводим отель на новый сегмент класса люкс. По поводу главного ресторана. В главном ресторане будет шведский стол, как мы это все привыкли видеть, но шведский стол будет немножко видоизмененным. То бишь, будет все изобилие, весь ассортимент находиться перед гостями, но поменяется немножко тот момент, что гости будут не сами себе накладывать блюда в тарелку, а им будут накладывать в тарелку наш персонал. То бишь, гости, подойдя к стенду, к столу, смогут выбрать, там, я хочу ложечку того-то, ложечку того-то. И наш работник в специальной одежде, с защищенной маской, со специальным экраном, он будет это все накладывать и, то бишь, предоставлять гостям. Гости, когда пройдут за столик, уже смогут у официанта заказать себе по напиткам то, что они желают в оперативе к их блюду. Я надеюсь, я детально смогла рассказать по поводу главного ресторана. И также у нас будет функционировать ресторан «Аля-карт». Ну, честно говоря, пожалуйста, всегда пожалуйста, если возникают какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите, потому что это наш момент связи. Я таким образом вижу, что вы меня слышите и могу вам каким-то образом дополнить то, что недосказано.
По поводу прилета. Сейчас на данный момент еще неизвестно насчет тестов, будут выполняться какие-то тесты, не будут выполняться какие-то тесты. Со стороны отеля мы проекта не делали, потому что проект сейчас делается со стороны Министерства туризма, но он еще не утвержден. Как только будет последняя информация, я думаю, мы все это увидим в СМИ. На данный момент насчет тестов точного утверждения нет, но в аэропортах стандартная программа – это маски, это защита перчатками. Везде будет расставлены таблички про социальную дистанцию. И также везде будут расставлены дезинфекторы для того, чтобы мы могли продезинфицировать свои ручки. А как будет проходить регистрация в отеле? Довольно-таки актуальный вопрос. В отеле мы тоже по приезду гостей не будем делать никакие тесты, у них там брать кровь или какие-то еще ужасы. Этого делать мы не будем. Гости будут проходить стандартную регистрацию. Единственное, что у них во время заезда будет проверяться температура, и им дадут заполнить формочку. В этой формочке будут спрашиваться, какие страны они посетили и когда до приезда в Турцию. И будет также написано о том, что гости принимают все, соглашаются со всеми санитарными мерами, которые предпринимает отель. И в случае повышения температуры либо каких-либо других показателей карантина, гости соглашаются о том, что они будут помещены на карантин. С анимацией активно или софт? Будет больше софт-анимация. Мы в этом году сейчас пока еще будем избегать контактных игр, борьбы в воде и тому подобное. На этот год, к сожалению, этому всему веселью нам, этим всем весельем нам не насладиться, но анимация все же будет. Это не значит, что все будут скучать. Анимация будет, будет проводиться та же водная гимнастика, будут проводиться те же йога, пилатес. Все будет больше, все те же активити, но только на дистанции. Насчет детской анимации. Детская анимация также обязательно будет. Будет открыт детский клуб. Сразу же с 19 числа наш генеральный менеджер буквально недавно мне написал, что уже начали подготовку детского клуба. Каждые несколько часов будет полностью все дезинфицироваться. После всех детских активити, после всех детских мероприятий, все столики, стульчики, это все будет проверяться, дезинфицироваться, протираться, убираться и, конечно же, проветриваться. Наш большой плюс в том, что территория довольно-таки большая у детского клуба и разнообразие игровых комнат большое. Насколько мы знаем, нужно определенное количество, чтобы помещение проветривалось после дезинфекции. Поэтому мы будем проводить activity мероприятия для деток во всех помещениях по очереди. Сначала в одном помещении будет проводиться activity мероприятия, но тоже activity будут направлены на бесконтактные. Больше это, там, разнообразные подделки, обязательно будет тоже мини-диско. Для малышей все его очень любят, все заучивают эти танцы, арам-зам-зам турецкие. Это все обязательно будет. Импортный алкоголь за дополнительную плату. Есть, конечно же, спектр алкоголя, который предоставляется за дополнительную плату. Это выдержанный алкоголь. Как правило, это выдержка сверх 12 лет. Допустим, там, Chivas Regal 24-летней выдержки или Blue Label. Эти напитки, они, конечно же, будут предоставляться за дополнительную плату, но, например, там, 12-летний Chivas, он будет сервироваться бесплатно. Ну и, в принципе, вся линейка импортного алкоголя, которая хорошая, она вся будет сервироваться также бесплатно. Будет огромнейшая барная карта с любимыми коктейлями. Это все будет также сервироваться бесплатно. Но по всей территории отеля в общей сложности 7 баров. Я думаю, что каждый гость сможет прочувствовать сервис и насладиться ассортиментом напитков на любом из баров. С уборкой номеров также очень актуальный вопрос.
Каждый день все номера будут обрабатываться определенным дезинфектором. Этот дезинфектор, он помогает нам убивать все вредоносные бактерии. Также после выезда гостей из номера будет обрабатываться номер полностью, он на сутки будет оставаться пустым, и на следующий день, спустя сутки, мы уже сможем заселять в этот номер новых гостей. И помимо этого у нас также есть карантинные комнаты. Мы, конечно, надеемся, что с этим нам не придется столкнуться, но по правилам сертифицирования COVID мы все должны были пройти тренинг. Этот тренинг мы прошли. Что происходит, как будет происходить все в случае, если кто-то из туристов заболеет? В первую очередь этот турист будет помещен отдельно в комнату для карантина. Все постояльцы, которые приехали вместе с этим туристом, они будут отселены в отдельную комнату. Также будет приглашен доктор, который проверит состояние, сделает все необходимые анализы. И насчет диспансеризации, этого вам никто из персонала отеля сказать не сможет, потому что это полностью все идет по решению врача. Врач будет смотреть по состоянию, насколько тяжелое состояние больного. Это все теория, конечно же. По состоянию больного, если нужна диспансеризация, то гость будет помещен в больницу на определенный период. Если же нет, то гость сможет находиться также в своем номере, но уже изоленно, находясь на карантине. Об этом мы также будем сообщать всем нашим гостям по приезду. Нет такого, что вот вы просто приехали, как говорят некоторые, и вас поместят сразу же на карантин. Такого не будет. На карантин мы будем помещать только гостей, у которых есть подозрение, либо же выявлен COVID. Такого, что вы просто приехали в Турцию, вас сразу же поставят на карантин на 14 дней, такого нет. Так что можете сразу же успокоить туристов. У нас просто знакомые собрались ехать с Германии на машине сюда в Турцию отдохнуть. И их напугали, что вот вы не едете, вас поместят на карантин сначала на 14 дней, потом у вас ничего не останется для отдыха, такого нет. Ну, мы тоже будем очень надеяться, что это все скоро закончится, потому что можете быть уверены, что мы также с нетерпением ждем встречи с туристами, так же, как вы с нетерпением ждете их отправить к нам. Также у нас было запланировано огромное количество разных инфотуров. У меня, кстати, были вопросы по поводу инфотуров. Вам не нужно ждать какого-то определенного инфо, чтобы посетить любой из наших отелей, чтобы приехать на инфотур. Не обязательно, чтобы это было в каком-то организованном порядке. Вы можете, например, если просто приехали в один из регионов и недалеко находитесь от нашего отеля и желаете его посмотреть, просто вам достаточно мне написать или мне позвонить. И сразу же с радостью мы организуем вам экскурсию по любому из наших отелей. У кого-то, может быть, есть еще какие-то вопросы? Ну, я думаю, в принципе, по Armas Kaplan Paradise то же самое. В этом году мы провели реновацию наших номеров Эко и номеров Garden в Armas Kaplan Paradise. Так что отель сейчас также проходит подготовку к ковиду полностью. Все те же условия, они распространяются на всю нашу сеть. На данный момент мы планируем открытие всех отелей сети Armas на 1 июля. Мы плануем на данный момент відчинення всех отелей нашей сети Armas на 1 июля.
Но также, как я и говорила, все будет зависеть от полетной программы. Все абсолютно отели сети Армос на данный момент планируют открытие на 1 июля. Также они сейчас идут подготовку к сертифицированию COVID. Наш менеджмент и наши сотрудники сейчас проходят определенные тренинги. Отели проходят также определенные тестирования на получение сертификации. Во всех отелях сейчас устанавливаются карантинные комнаты, так что мы готовимся полным ходом к началу сезона. Я думаю, что желающих очень много отдохнуть. И, в принципе, мы думаем, что, ну, как в принципе, мы общались буквально с утра, было собрание нашего менеджмента, мы собрались всем нашим отделом продаж с нашими директорами. Есть такая тенденция, что планируется более затяжной сезон. Планируем держать отели открытыми не только, как мы обычно держали октябрь, ноябрь, но и также в зависимости от заполнения будем думать и про декабрь месяц, а возможно еще и январь, кто знает. Сейчас еще отели только готовятся к получению сертифицирования, потому что каждый день Министерство туризма выносит новые требования. Как я и говорила, сегодня буквально несколько часов назад стало известно о том, что мы сможем открывать наши детские клубы и сможем открывать спа-центры. В связи с этим добавляются новые пункты, новые подпункты также для подготовки отелей. Так что как только полный перечень всего списка будет выставлен, мы сразу же будем подавать на получение сертифицирования. Да, еще раз продублирую свои контакты. Здесь мой контактный номер телефона. На телефоне есть и Viber, и WhatsApp, то, чем пользуется, кому как удобнее. Телеграма у меня, к сожалению, нет, но я думаю, что я подключусь тоже к Телеграму, потому что все сейчас начинают спрашивать Телеграм, Телеграм, Телеграм. И также есть моя почта. Я также подключусь, вы также можете писать все запросы, например, по размещению запроса лучше писать именно на почту. А если возникают какие-то вопросы, в первую очередь, если возникают какие-то срочные вопросы, почта может не оказаться под рукой, но телефон всегда, вы видите, рядышком. Так что можно писать в любое время, в любой момент. Так что буду рада очень всем вашим вопросам, потому что поддержка очень важна с двух сторон, не только односторонняя. Нет такого, что вот вы отправили своих туристов и все, и переживать там, как они. Вы можете быть уверены, кто работает с сетью отелей «Армос», они знают, что они отправляют своих туристов в надежные руки, и даже если возникают какие-то неурядицы, никто от этого не застрахован, раз на раз не приходится, мы всегда стараемся очень быстро это все уладить. И, как и в прошлый раз, хочу вам еще раз вам показать наше видео, кто не был на нашем предыдущем вебинаре. Это наше видео, которое мы сняли буквально недавно, в конце сезона. Отель был уже закрыт на реновацию, но мы немножко видели на такое время, для снятия видео тоже, потому что вас нажать кнопочку play. Это видео коротенькое, буквально 1 минуточку.
Вот наш замечательный Армас Лакшери, я так соскучилась по нему. Да, это точно. Кстати, у нас замечательные новости. Ну, как бы для меня очень радостные новости, конечно же, но Турция с 1 июля, с 1 июня, вернее, вышла полностью с карантина. У нас уже открылись все пляжи. Может быть, кто-то слышал, у нас было запрещено купаться, но и, в принципе, приближаться к морю. Мы все находились на дистанции, несмотря на то, что живем в Анталии, допуска к морю у нас не было. Но, тем не менее, вот с понедельника у нас открылись уже все пляжи. На пляжах также расчертили определенную дистанцию. То же самое мы сделаем и на нашем пляже. Шезлонги будут находиться в определенной дистанции, так, чтобы гости более комфортно себя чувствовали. Тут были вопросики по поводу туристов. Яким чином будуть повертати туристів додому, яких виявлять хворобу? В першу чергу туристи будуть на карантині. Як тільки цей карантин буде закінчено, після того тільки вони зможуть повернутися до себе на родину. По поводу вопроса, если будет обнаружен заболевший во время отдыха, изоляция на карантине за чей счет, но не переживайте ни за ваш и ни за наш, а за счет страховки. Я думаю, все заметят, что формат страховки поменяется. С этого года в страховке будет прописан также вариант ковида. Вот, все туристы, которые страховка, я думаю, примет более обязательный характер. Если раньше страховку приобретать было не обязательно по пожеланиям, то я думаю, в этом году страховка будет введена, как это говорится, добровольно принудительно. Но если даже такого не будет, то, честно, я бы вам советовала всем туристам предлагать страховку, потому что это их дополнительная страховка себя и своих же финансов. Им не нужно будет оплачивать дополнительные дни, проведенные на карантине, и не переживать ни о чем, потому что это все будет оплачиваться с их страховки. По шезлонгам на пляже, на газоне перед виллами есть шезлонги, у них есть своя терраса, на своей террасе есть свои собственные шезлонги, где можно будет позагорать. Также есть свой стол, и у Junior Will есть также своя небольшая кухонька. И через сад они могут пройти к своему бассейну. На пляже шезлонгов, но в принципе в прошлом году у нас такого вопроса с недостаточной шезлонгов не было. Шезлонгов довольно-таки большое количество, поэтому каждый выбирает, где им более комфортно, на пляже или на пирсе. Такого, чтобы недостачи шезлонгов у нас еще не возникало. Вот. Спасибо большое всем, кто присоединился. Красно дякую всем, кто відвідав наш эфир. Я еще раз вам добавлю свои контакты, кто не успел записать. Я всем желаю еще раз хорошего сезона. Пишите все вопросы, все пожелания, которые у вас будут возникать. Ну, если вы будете в районе Кемера, Гюйнюк, то, пожалуйста, пишите. Буду очень рада принять вас у нас в отеле, даже если не будет у вас времени на обед или ужин, то хотя бы на чашечку чая или кофе. Я надеюсь, что вы ко мне зайдете. Всем желаю хорошего сезона. Спасибо еще раз. Всем большой привет от Турции. И всех вас ждем у нас. Спасибо большое.